пришла пора пойти разным путям. Ты хочешь выкинуть меня из моей собственной компании? Нам нужно знать, как ты сгенерировал код для отсеивания системы тендеров. Я бы его, сидя на горшке, с закрытыми глазами бы написал. А для вас это достижение, да? Это ему за шарагу. Будет уроком для щегла. Нурлыч, я же сказал нет, отстаньте, свои ноуты используйте, почему именно с моего надо запускать? Так если у нас все получится, то ты купишь себе новый ноут. Вот именно если, а это не самая страшная деталь, а если меня отследят, тут между прочим вся моя разработка, вся моя жизнь. Нурлыч прав, его могут отследить, Адлен. Да. Никто его не отследит. Если мы Бига отследили, то и нас отследят запросто. Угу. Адлет, сядь, а ты уже начинаешь бесить. Приветствую вас, ребята. А что это вы такие хмурые? Слабьтесь уже. Все будет нормально. А перчатки? А ты думал. А зачем? Чтоб ты спросил. Классно. Реально же классно. Ну что, начнем? Наверное. Так, ладно, погнали. Флешку. А, в левом кармане. Достань. Достань, я же перчатку надеваю. Так, погоди-ка. Чуть не забыл. Смарт... часы? Что? Ладно, это типа шутка. Погнали? Угу. Будем делать обратный отчет? Вырубай уже. Хорошо. Так. Ну, что там? Ну, если не выплывет окно ошибки, то значит все работает. Ну, Луч, проверь доступ данным. Какой еще доступ? Мы запустили контр-код. И теперь нам доступны данные, которые ранее нам были ограничены до запуска. Так. Доступ есть. В смысле? Серьезно? Ну да. Офигеть! Что? В чем дело? Контр-код работает. Я могу зарегистрировать свою компанию? Вы можете получить тендер. Да, работает. Система считает, что ваша компания легитимна. А! Я знал, что обратился по адресу. А как вы нас нашли? Искать людей, которым нужны деньги?
Легко. Вы слишком громко болтаете. То есть вы просто услышали наш разговор? Информация вокруг нас, атлет. Тебе ли не знать? Ее нужно просто уметь хватать. Понимаешь, о чем я? Нет. Я поражаюсь. Насколько ваше поколение умно и одновременно тупо. Когда я был в вашем возрасте, на вашем месте, максимум, на что я мог рассчитывать, это быть лакеем кого-то более старшего и более могущественного. А если мы хотели открыть свою контору, то нам вовсе приходилось считаться со всеми. А сейчас мне приятно видеть, что времена изменились. Теперь никакой патрон вам не нужен. Вы можете без единого выстрела добиться чего угодно. Очень рад тому, что технологии правят миром. Они могут превратить бедного в богатого с помощью всего лишь одного клика. Со скоростью оптоволоконного соединения. Сила сейчас измеряется битами информации. Воистину мы живем в удивительное время. Да. Да. Да, действительно. Дело сделано. Мы можем идти. А как же деньги? Деньги! Деньги, деньги. Мы все любим деньги. Прощайтесь. Не прощаемся? Мне приятно иметь с вами дело. Атлет? А ты не хочешь пожать мне руку? Нет, почему? Пожми мне руку. Всего доброго, Лет. Береги эту девушку. Thank you.
так, ну... Что, я тогда возьму свою долю? Мы же аренду на полгода вперед можем оплатить. Может, отметим? Я не знаю, о чем-нибудь. Адик, нас ничего не спасет. Ты этого еще не знаешь. Это как кот Шрёдингера. Быстро. Агера! Я этот... Мы классно сработались. Да, неплохо. Ты, если, ну, если тебе нужна будет помощь, то пиши. Угу. Агир, может, мы... Нет. Я не знаю... Как у вас настроение сегодня? Замечательно. Адет, до вашего собеседования осталось совсем немного времени. Вы готовы? Да. В прошлую встречу вы были более убедительны. Я лишь хочу сказать, что стресс от переезда – это дело нешуточное. И чем ближе тот самый день, тем тяжелее становится сделать этот шаг. В посольстве, если вы хотите получить иммигрантскую визу, вам надо быть более убедительным. This is what it is. Вот, смотри, теперь вообще не зависает. Да, классно. Тебе нравится? Да, очень. А что? Что еще тут можно делать? А что ты хочешь? Ну, я хочу, чтобы персонаж помогал. Ты имеешь в виду, учил чему-то? Ну, да. Да не, зачем? Пусть бегает и убивает монстров. Да не, это же будет скучно. Я хочу какие-нибудь загадки. Хотя, знаешь, да. Эти развивашки будут окупаться, приносить пользу. Да-да, ты права. Ох, Нурик, я всегда права. Пойдемте кушать. Все, бегом руки мыть. Окей. Ал, Нурик, айтавер. Жумсын барма? Да, я вот недавно над заказом поработал. Ну, такой неплохой проект. Сонымен жұмысы жүрсін ба? Да, но... Но я там неплохо заработал и... Думал, может, телевизор домой купим? Что думаете? Хорошая идея. Телевизор? Басын стейма сен. А чё? Телевизор. Нурлан, зачем нам телевизор? У нас есть свой телевизор. Ну, чтобы смотреть, разве нет? Так, ты давай вот это вот прекращай, понял? Хочешь помогать, помогай нам. Дальше мы сами разберемся. Телевизор. Хорошо. Балам, ты не обижайся. Мы рады, что ты находишь работу. Да, ну это как-то так, ну нестабильно. Нестабильно? Вчера у тебя дырки в карманах. Сегодня хочешь телевизор купить? Телевизор. Ну, как-то несерьезно, Балам. Несерьезно. Вот мать правильные вещи говорит. Хочешь, дурью маешься. Стабильность должна быть.
Стабильный заработок должен быть. Пенсионное отчисление, там, медстрахование разное. А не в облаках летать. Ладно. Я не летаю в облаках. А как вот это вот называется, твое вот это вот все? Игры вот эти все твои. А мне нравятся игры. Ты на шотрша, там андыш. Ну, папа. Ты на шотрди. Теля. Нурлан. У тебя такие большие планы. Это хорошо. Очень хорошо. Но время-то идет. Время идет. Да. Как-то нужно о будущем думать. А разве большие планы это не есть будущее? Так, не дерзи матери. Я не дерзил. Ты мне поговори тут еще. Чет, кошинда. Там агндыш, шаешь. Шаешь палам. Диля, кушай. Батырхан, ассалам алейкум. Алейкум. Как дела? Замечательно, родной. Хорошо. Рад, что у тебя все хорошо. Пардон. Азамат, я хочу, чтобы ты посмотрел на меня. Батырхан, давайте с партнерами познакомлю. Азамат, пожалуйста, посмотри на меня внимательнее. Что ты видишь? Вижу бывшего партнера. Ты должен посмотреть на меня внимательнее. Он должен понять. А? Видишь? Вижу. И что ты видишь? Я тебе уже говорил. Не повторяйся, Азамат. Ты выглядишь дураком перед своими компаньонами. Да? Что да? Я говорю, ты выглядишь дураком. Хорошо. Выгляжу дураком. Азамат, я тебе говорил, что я заберу свое? Всему свое время. Наступит день, и ты получишь свое. Ты даже не представляешь, как скоро наступит этот день, Азамат. Скоро. Очень скоро, Азамат, и тут. Position number two. Теперь хочу. Position number one. Я рад буду твоему успеху. Там за 3 месяца интернет. Комуслуги? Как счет будет приходить, будем оплачивать. А за этот месяц? Все там. Хорошо, верю, пересчитывать не буду. Ну, молодцы, соблюдайте чистоту и баб не водить. Безусловно.
Что там, игру пилишь? Да. Подсобить? Не-не-не, нет, я хочу попробовать новую тему. Ага. Чё за? Развивалка с головоломками. Да. В джунглях? Да, да. А чё ты решил всё поменять? Ну, развивалки лучше продаются. Ну, кайф чё? А чё ты так паришься? Да надо с механикой разобраться, вот, и... Ну, GPT? Ты чего, издеваешься, что ли? Это ж читерство! GPT. Угу. Типа... Вообще не юзаешь? Я? Нет, не юзаю, нет. Но это же не преступление. Что? Ну, юзать GPT — это не читерство, Нурлыч. Адик, тебе заняться нечем? Think different, you know? Чего? Джобс тоже не был программистом. Уйди отсюда! Уйди. Батырхан Султанович, если не секрет, как у вас получилось так быстро обновить контракты? Дело техники. Я, конечно, не хочу лезть не в свои дела. Просто мне бы хотелось научиться. О, малой. Ты еще многого не знаешь. Держись меня, и не такому научишься. Принято. Как там расписание по вечеру? Все актуально? Да, конечно. Молодец. Будь внимательнее с контрактами. Как ты это сделал? Что вам надо? Эй, молодой. Тебе слова не давали. Все нормально. Или молодым помереть хочешь? Повтори-ка вопрос. Ты меня слышал? Боюсь, что не знал, Замат. Как ты это сделал? Что именно, Замат? Ты о чем? Твоя компания не должна была пройти. Как ты меня обошел? Это же мир бизнеса, Азамат. Такое бывает. Я подниму комиссию. Поднимай. Поднимай. Ты что думаешь, я боюсь твоих комиссий, что ли? Делай, что хочешь, Азамат. Ты же большой мальчик. Мальчик? И за словами следи. Давай лучше пообедаем вместе. Разве этот тендер стоит того, чтобы ты нервничал? Считай это поворотным моментом в своей карьере. Вот ты мразь, а. Если бы я только знал, какой. А ты знал. Ты знал! Мы столько лет вместе забыли. Но ты решил поступить по-своему. Вот такая вот тебе ответочка, дружок. За слова ответишь? Конечно. Я всегда отвечаю за свои слова, Замат. А вот ты, прежде чем что-то делать, 100 раз подумай. А после подумай еще 300 раз. Думать иногда полезно, Замат. Брюга. Куркас вадит. Кассан. Терен газ. Ну, ты меня удивил. С башкой у тебя все в порядке. Карай вермиш маган, эй. Ха.
Хватай его. Кто? Какой чудесный день. Жарымда, базарымда, келгелейік жаным тағыда.